Всем привет, с вами Даноник, канал No Live. Сегодня мы будем смотреть рыбалку. Я вам расскажу все тонкости данного, как бы сказать, искусства в Arch Edge. Первое, для того, чтобы нам поймать рыбу, нам надо удочку. Для того, чтобы сделать удочку, ну или купить это самый простой вариант. Вы просто идете на аукцион и покупаете удочку. Если вы хотите ее сами скрафтить, вам надо, значит, сделать вот такие-то вещи. Смотрите. Первое, что вам надо, это зайти в ремесленную книгу и посмотреть. Вот ремесленные декорации, есть такая штука, как удочки. Удочки есть 1, 2, 3, 4, 5 видов. Первая удочка, которая вам будет доступна, которая по уровню вам подходит, это удочка бамбуковая. Для бамбуковой удочки нам понадобится бамбуковое удилище, крючки, леска и деревянная катушка. Значит, смотрите, для бамбуковой, вот дальше вот написано, в ремесле обработка древесины можно создать бамбуковое удилище, в ремесло декоратора можно создать крючки, и в портяжном деле можно создать плетенные шнуры. И также деревянная катушка создается в инженерном деле. Значит, заходим в обработка древесины, разные бамбуковые удилища. Нам надо 10 бамбука и 2 ткани. Ткань берется или садится хлопок, потом перерабатывается, или овцы стригутся и получается, как бы получаем ткань. Ну, или покупаем на аукционе. Дальше бамбуковое удилище, ну бамбук только садить или купить на аукционе. Следующий этап у нас идет ремесленное дело, удочки. Смотрим, у нас крючки, ремесли декоратора. Декоратора. Блесна. Секундочку. Это блесна. Как всегда, тут найти, ну, оно все раскидано, это полный, хорошо, бардак с этими скиллами, как всегда. Ну, короче, в итоге оно в ремесле декоратора делается, также делается плетеный шнур и также делаем деревянную катушку. Я думаю, вы их найдете, потому что вот оно все везде написано, где оно будет изготавливаться. Вот. Когда мы сделали удочку, мы получаем вот такую удочку. Она работает 3 дня. Значит, у нас есть два типа рыбалки. Есть на червя и есть на блесну. Блесны тоже есть несколько видов. Значит, смотрите, есть вот блесна. Есть желтая, зеленая. Ну, короче, все остальные блесна ловятся на более крутые удочки. Но поначалу вы будете ловить на желтую блесну. Ее можно или купить на аукционе, или самому скрафтить. Чтобы самому скрафтить, надо один топаз и один свиток акула. Ну и все. Один заброс на блесну равняется как бы потере одной блесны. Вот как бы дальше по рыбалке. Смотрите, как раз нам повезло. Я рыбачу на озере, как бы в принципе разницы нету, только в цене рыбы. Смысл тот же. Вот мы, чтобы рыбачить на блесну, мы должны вот найти таких чаек. И под этими чайками есть рыба. Смотрите, я вызываю лодку, так удобнее будет идти на гарпунных катерах. Ну, смысла нет. Плывем туда, к ребятам, подплываем, они ловят угря. Смотрите, прикормленный электрический уголь. Все супер, все четко.
Остановились, чайки есть, смотрим, угорь нам нужен, нам, в принципе, он дорогой, нормально. Берем, значит, любую прикормку для трофейно-пресноводных рыб, это или кальмары, или вот такие прикормка для рыбы, которая делается тоже на верстаке. Мы ее бросаем, и пишется надпись «Прикормка, прикормленный косяк электрических угрей». Просто кто первый бросил, тот и прикормил. Все остальные просто используют. Дальше, поехали. Ну что, я ловлю... А, и когда вы прикормили, у вас появляется такая иконка. Рыба на блесну. Рыбачить на блесну. То есть сначала вы можете крючком, а можете на блесну теперь. Ну, конечно, мы же на блесну, мы хотим большую трофейную рыбу. Мы забрасываем, вот нажали левой кнопочкой, бросили. И все, ждем. Ждем, пока они клюнут. Показываю это все в реал-тайме, так что не буду ничего вырезать, подождем, как бы посмотрим. Расскажу пока нюансы. Ну, я себе удобно, чтобы потом, когда клюнет, я себе вот так переношу иконку вверх, вот эту панельку. О, есть клев. Смотрите, как повезло. Вот, смотрите, вот сразу есть иконочка, вот. Как бы, так надо нажимать вот эту иконку. Потом вот катушка, катушку жмем, ждем. И так мы ловим, то есть мы клацаем на скиллы. Расскажу о баркасе. Есть рыбное, рыболовное судно. Рыболовное судно удобно тем, что в него можно от таких крупных рыбин кинуть 5 штук. То есть если я сейчас поймаю эту рыбину, то мне придется... как бы сразу ее собрать и подвести к, вон там есть такой аппарат, весы, чтобы ее сдать. А если я на рыболовной судне, я могу сразу зарядить вторую рыбину, ловить третью, там и так 5 штук, а потом просто все отвести и сдать. Конечно, удобная штука, но в принципе, как бы, круто, когда ты в море просто выплываешь, там идет ПВП, и как бы... ты на стрёме быстренько ловишь эту рыбу. Когда оно как бы на речке, то тут плыть 2 минуты и ничего не теряешь. Все, мы поймали. Смотрите, вот так рыба после ловли, вот так она типа падает. Но нам, когда мы поймали, есть надо следующее сделать. Спускаемся в воду, подплываем к нее, забираем все. Вот, открываем трофей, небольшой электрический уголь. Забираем. Он появляется на спине, как видите. И теперь мы садимся там в лодку или куда, и поплыли. Сейчас вам покажу, куда сдавать. Вон, видите, есть такие весы. Вот этим, к этим весам надо приплыть, подойти и сдать рыбину. Тут повезло, что эти весы сразу стоят возле озера пресноводного, где можно рыбачить. Значит, мы только раз. Мы, нам лодочка больше не нужна. Побежали. И насколько мы голды заработали. Смотрим. 1,65. Вот так. Все, мы заработали голду. Вот так выглядит рыбалка на блесну. Теперь я вам расскажу про рыбалку на червя. Вот у меня есть 499 червей. Как она выглядит? Вот видите, как бы, когда рыба не прикормлена, нету ничего. Есть только у нас R. Рыбачить на червя. Вот мы бросаем и ждем, пока ползуночек пройдет. Чем больше скилл у вас прокачан рыбалка,
находится он вот здесь, тем выше вероятность выпадения синей рыбы. А синяя рыба, как видите, 33 серебра, это почти таких 4 штуки и как одна один угор на блесну. Так что, в принципе, очень выгодная тема качать рыбалку, чтобы повезло. Вот вы так клацаете, бросаете, клацаете, бросаете. И параллельно качаете скиллы, так вот выпадает рыба. Вот это все пресноводная рыба, которая как бы есть. Обычная рыба стоит копейки. Акцент только на синюю рыбу. То есть синяя рыба — это, блин, бомба. Так что вот так. Вот так выглядит рыбалка в Arch Age. Всем спасибо, с вами был Дайноник, канал Null Island. Подписывайтесь на наш канал, у нас всегда самые свежие новости, куча...